23-43, проход с кулового блока, или с кулового, не знаю, как правильно сказать. Какая плохо отренделенная решетка. И чё? И чё вы мне показывали сейчас? Наверное, мне вниз. Да, вниз. Видите, пузырьки воздуха здесь. Я ничего не вижу. Так, здесь закрыты двери. Окей, двери везде закрыты. Это минус. Мне нужно идти куда-то вот сюда. А, вот. Я должен найти способ открыть. Ну, должен. Ты уже поменяла пол, что ли? Поменять пол успела? Когда? А где запас воздуха показан? Так. Как открыть? Я вижу, не вижу ничего, чем можно подцепить. Ага, что-то вижу. Спасибо, что ты мерцала так сильно. Блин, она так надолго может дыхание задерживать. Вау. Джилл настоящий боец. Твою мать, не все так просто. Черт, я почти открыл. Да, я же говорю, она теряет. Она пол поменять успела. Господи, срань. Где, что еще? Я ничего не вижу. Еще одна труба. Есть! Давай, Джилл! Джилл, давай, ты валентай, мать твою, ты не мизиду завалила. Камон. Идем, Паркер. Идем. Идем, мой дорогой. Так, Крис явно не догадается, что она ушла наверх. Это явно. Особенно если учесть, что до пола, по крайней мере... Метров так 20 точно есть. От этой дыры. Ух ты, оружие не отобрали. Вау! Случайно, абсолютно случайно. Патроны для винтовки. У меня уже максимум патронов для винтовки? Слушайте, если мне дают столько патронов, я боюсь, что впереди что-то будет. У меня нет ружья, я не знаю, для чего мне дают столько патронов. Точнее, ящики. Где я? А, я уже на выходе. Окей, надо, значит, бежать назад. Я бегу сейчас назад! Пну я скоро чей-то зад. Ну, скорее всего мне сюда. О боже мой. Только не эта херня. Где эта тварь? Видели, как за нее много дают? Тварь! Все, не уйдешь от меня. Креветка ты поганая. До свидания, мой нелюбезный, вонючий, странный друг. Откуда патроны здесь взялись тогда? Когда Крис здесь был. Вау.
Я думал, сейчас я попаду в кадр неуязвимости, когда я буду поднимать патроны. Ау! Маленькие засранки! Они так всплыли! Всплыли забавно, как будто я их динамитом глушил сейчас. О да, детка, о да! Что ты скажешь на этот? Что ты скажешь на это, тварь? Вот и нету тебя! Вот и сдохни! Ублюдок! О да! А, вот почему подпорка сломана. Точнее, рычаг был сломан. Потому что Джилка вернулась. Зашибись, это часть катсцены. It's on the observation deck. Maybe we can fix it. I'm sure the view is nice. Me too. Воу, 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 ты чё подмигиваешь? Вы вроде там как бы с Крисом, шуры-муры, ты тарта бра бра то. The observation deck. You can climb up there from the hall. О, господи, обратно в холл возвращаться. Обосраться. Оглушение. Урон. Охереть. Думаю, я поставлю... Нет, что я делаю? Так, урон я поставлю, пожалуй, вот сюда. Что за оглушение? Увеличивает силу для... Оглушения врага. Агуша! Эй ты, гу-гу-гу, гули-гули! Боже мой, оглушение. Нет. А, я понял, почему вот этот пистолет, его дали позже. У него множество слотов для модификации. Вот что. Вот ты чё-то. Хорошо, поставим сюда урон. Вот сюда урон. Сюда, допустим, оглушение. И придется их всех казнить. А я так понял, только у Джилл будет такое прокачанное оружие. У всех остальных есть только... Те, что выданы разработчиками. Нет. Что ты делаешь, Паркер? Просто забей на них. Они тебе нужны? Они тебе не нужны. Мне тоже не нужны. Они некрасивые. Они невкусные. Если ты хочешь зажарить и съесть, то это твои проблемы. Я еще раз говорю, что тебе нужно почаще обращаться к психологу. Ну или девушку завести, по крайней мере. И не смотреть на мою... плоскую задницу, которая смотрится в этом костюме еще более плоской. Ну, я сейчас про себя говорю, не про Джилл, вы что, не подумайте, нет. It's закрыто. It's закрыто. No. We're on the Queen Semiramis. Флешбэк дали. Текущее время. Королева Семирамида. Вау. Okay. Так они пошли не туда, по ложному следу. Они на другом корабле уже. Их увезли. Вау, вот оно что. Какой поворот сюжета. Да господи, вы чё все заходите, а? Все понятно, они на другом корабле были, поэтому такая вот фишка была, то есть... в принципе, похожие корабли одного типа, но... они на двух разных кораблях находятся. Так, мне нужно кое-что сделать сейчас, чтобы эти... не появлялись оповещения. Не знаю, зачем я это вам сказал, вы бы все равно этого не заметили, потому что я это на монтаже уберу, ну да ладно. Так, я так полагаю... я могу выйти здесь. А еще я могу пойти там.
Так, а где мне лучше пройти-то? Я даже не знаю. Может, там что-то есть. Давайте посмотрим. Может быть, что-то здесь есть. А может быть, чего-то здесь нет. Я должен получить ответ. Нихера тут нету. А я тебе пел, локация, понимаешь? Я тебе пел. Я ради тебя старался. Не, на самом деле, нихера не старался. А, и поэтому лифт не работал. Все понятно. Я думаю, что за херня происходит? Вот это неплохой поворот сюжета был. Вот это неплохой поворот сюжета был, да. Покажи мне свою задницу, покажи, покажи. Я видел, может, у тебя тоже там пятна на заднице? Как все сложно. О-оу. Опять по этому месту бежать. Так, а куда мне идти-то? Так, я, похоже, не туда иду. Да, я не туда иду. Не знаю, зачем мне сюда? Мне нужно пойти опять по трубам назад. О, господи. Отсюда же выхода нету. Сейчас, подождите, я подумаю. У меня там только тупик. Значит, мне сюда надо. И по трубам идти. По трубам. По трубам погнали мы с тобой. Ты мой не герой. Толстый и жирный, ты поезд пассажирный, вот такой ты плохой. Видишь, я тебе песни спел. А ты ничего для меня не делаешь, сраный жирный говнюк. Только смотришь на мою задницу. Ну просто Джилл ведь теперь мужик. Да, она говорит, что она хотел. Токио Хотел. О господи, где эти говнюки, кстати? Я не знаю, что-то как-то их раньше пускали, сейчас биберы. Как-то Токио Хотел скрылись. О май факин гад! Это что за говно? Чего? А как мне об этом узнать, вашу мать, я его впервые вижу? Да господи, что у Capcom с головой не так? Почему они делают врагов, которые убивают тебя с одного удара? О боже мой, какой стадо мудаков, а? О, отсюда, ну потрясающе. Ладно, хоть патроны не потратил теперь. Это идиотизм! Я так ненавижу, это просто бесит это вот, вот это вот. Ой, есть враг, который убьет меня с одного удара. Насрать на твои патроны, аптечки и опыт, иди нахер. Просто неудачно встал на его пути! Соси давай, мой бублик! Вау! Зато он быстро убивается, уже плюс. Но если он не встретится на открытом пространстве, нет, наоборот, на закрытом, то мне не добровать. Ну, на очень закрытом, замкнутом пространстве. Так, мне сюда не надо. Не буду залезать даже. А, подождите, это может быть то, что я не видел еще? По-моему, читал. Ай, не суть. Может, дверка открылась? А-а-а. Я думал, что-нибудь открылось. Может, какие-нибудь вкусняшки там будут. А там ничего нету. Только грёбаное ничего. С
Сраный холл. Так, подождите, мне нужно вернуться в холл, потом... Да наплевать, разберемся. Вон. Так. Вот это мне не нравится. Не то, что камера отодвинулась. Это не круто. Что это было? It's moving. Good. Now we can get to the observation deck. Я думаю, нет. Something's up there. What the fuck? Это что за херня была сейчас? Как будто кто-то хотел меня лизнуть. Это он жопу нам показал? Чё ты мне жопу показываешь свою? Не надо! Или это только апельсин? Может, он хочет поделиться с нами? Может, какой-то мутировавший апельсин, мол? Он, вот, вот, смотрите, апельсин! Много нас, а он один! Давайте, заберите его весь! Я не жадный! Ну что вы делаете? Вы стреляете в меня! Ну все, я вас всех убью! Видите, он разозлился. Я озвучил его мысли. Что он пытается сделать вот этим образом? Таким вот. Черт, патроны. Нам вообще патроны из пистолета тратить, но я как обычно. Отжог. Мы на свету. Боже, какой свет, а ты о чем? Гребаный перевод. Мы на свету. Нет, ты не на свету. Ну, похоже, теперь я знаю, кто будет боссом в этой главе. Охереть, ты просто супер-мега-лоджик-мен. Большая территория, мне не нравится. И баллон стоит. Я не удивлен, что босс выполз. Дерьмо, да почему я застрял-то здесь, а? Можно его ударить? О май факин гад! А как это увернуться вот от этого? Вот как от этого уворачиваться? Тут уворот не работает, когда нужно. Твою мать, а. Да вот посмотрите на это, я даже не видел его. О май факин гад! А, его надо натравить на вот этот вот баллон. Давайте его натравим. Ну, понятно, что ему надо в мягкие части тела стрелять. Пытаться обойти и так далее. Может, ты в него стрелять будешь, мудак? Давай, 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 малыш. Давай, давай. Мы в жопе.
Вау, я увернулся. Оу, я успел вернуться. Кстати. О, господи. О, май факин гад, что это было? Вставай, вставай, Джилл! Ни хрена себе, так можно и научиться ведь. Уворачиваться от врагов. Ну, он, видите, медленный. От него легко увернуться, но я так думал. Ух ты, классный кадр сейчас был. Медали, да? Лапку показываешь, не надо. Боже мой. Вставай, Джилл. Ему больно, зачем ты его бьешь? Я вижу еще одну гранату. Нет, это всего лишь баночка от сока. Ну, сейчас я уворачивался. Но на самом деле она повернулась, окей. Последняя трава была. Ну тебя нахер. Ну тебя нахер, чувак. О боже мой. Поднимайся, поднимайся, на ноги, я уже долблю кнопочку А. Ну, я ничего не мог сделать. Вау, кто придумал, что такие боссы будут супер интересными? Он сдох. Говно. Не сдох он ни хрена. Дерьмо, надо было стрелять ему в лапу. Ну, похоже, я не убью его с первого раза. Ну, это потрясающе просто. И начинаю всю битву с боссом с самого начала, да. Ой, зачем? Вот я не понимаю, зачем они делают боссов, основанных на игровой механике, которая нихера нормально не работает, а? Ну я нажимаю вперед-назад там, ну на миллисекунду ты успел, не успел, все, ты в заднице. Ну зачем ты это делать, а? Ну вы или сделайте нормально, или, не через жопу, пожалуйста. Нет, нахер, надо, ёптать, надо это делать. И, по-моему, мне патроны то, что за меня за патроны обломали. Посмотрите, как у меня мало патронов в винтовке. Вот что это я его только что взорвал? Он что, должен сам обязательно себя подорвать, что ли? Что это за глупость, а? Так, а где второй? Я даже не видел его. Да пошло все в жопень, а? Это глупо! Это глупо, ёпары, СТ, то взрывает он газовый баллон. Да пошла ты в жопу, игра, со своими подсказками! Я понял про газовый баллон, и нихера это говно не работает! О, отлично, я заюзал. Нет, я заюзал случайно траву, хватит. Хватит с этого, хватит с этого говна, хватит. Заново. О, боже мой, какой отстой, а.
Я не знаю, человек, наверное, который проходил на 3DS, матерился в этот момент. Это просто говно ужасное. Зачем? Ну зачем делать? Ну, это невозможно здесь увернуться. Ну невозможно! Почему нельзя уворачиваться тогда, когда я сам захочу, а? Вот сам, когда захочу. Разве это так сложно? Вы видели? Вы видели? Он пробежал! Он про... Да господи, что с ней она застряла? Она идти вперед не могла! Охереть! Я труп. Нет, окей. Это хорошо. Я еще на один баллон его натравлю. Я пока обошел. Он уже перевернулся. Есть. Ладно, сейчас буду я тренировать этот, эти вороты сраные. Надо быть терпеливым здесь. Но это говенная механика у воротов. Все, я принадрочился. У меня гранат нет? Пока, друг. Я принадрочился, хватит с тебя. А, окей, я нажимал только в прошлый раз, ладно, не сработало. Окей, принимаю. Ну уже, давай. Отлично. Еще и ачивка. Да сколько можно, а? Хватит жить. Ты не даешь жить другим, тварь. У меня же были гранаты, по-моему, нет? Я ошибаюсь. В прошлый раз, когда я с ним сражался. Что-то он тупит. Оп. Реакция, сынок. Реакция, сынок. Ну нахер мне ваш пистолет сдался к чертям собачьим. Поняли, да, сосунки? Ну, здесь я просто не у меня анимация того, что я находился в броске, все еще не закончилось. Я нажимал вперед, ладно, поздно. В смысле, рано нажал. Вау. Успел. Какая интересная битва, да? Обосраться просто. Вам, ребята, это тоже нравится, да? Ребят, зрители. Я, наверное, что-то делаю не так. Он уже начал вообще не в меня бегать, а просто так. Ну, я в мягкое место атакую. Да, он промахиваться начал. Что-то у братка совсем плохо уже пошло дело.
Ну, охерительно. Вау. Он меня не задел? Окей. Ничего нету. Быстрее перезаряжайся. Да сколько можно, а? Да мне уже терпения не хватит, а! Охереть, я ничего не могу сделать с этим делом. Я ничего не могу сделать, все. Я буду вращаться сколько я смогу, но... Ну, всему есть предел, это просто невозможно. Ну нахера, ну это скучно! Это просто выматывает, ну это неинтересно, это скучно! Ну что это такое? Одна и та же игровая механика. Увернись, выстрели, как интересно обосраться! Что это? Это неинтересно, ну что это? Ну надо в 30 раз меньше ему хп сделать. Да чё за тупизна? Ну кто так делает игры, а? Хорошо, что я музыку отключил, иначе я вообще бы убился нахер. Ну, точнее, она сама отключилась. Второй баллон. Давай, детка. Ты не очень-то умен, если честно. Окей. Нам в лифте специально показали две его точки, по которым можно стрелять. Рожа и лапа. Нахер, пошел. What the hell is this thing? Okay. How is it even alive? Ага, обломись. Это я своему чудо напарничку сказал. Мне так нравится это во второй раз делать, чтобы вы знали. О боже мой. Ну хватит. Ну это уже что-то с чем-то просто. Сдохни уже, а, пожалуйста. А, надо подальше отходить, вот и все. В этот момент. Отбегать на всех парах. Ну, господи. Господи. Господи, я даже твое имя не могу выговорить. Господи, помилуй. О, боже ты мой. Хватит. Мне все равно этот уворот не пригодится в битве с обычными врагами. Что это вообще такое? Я не понимаю, что это? О, все, надо назад отходить. Не помогло. Ну, хотя бы урона поменьше нанесло. Чем если бы я вблизи стоял.
Слишком мало времени он дает на то, чтобы сообразить, что с ним делать. Ну, слишком мало. Быстрее вставать на ноги. Ладно, насрать. Ну что это? Два удара подряд. Я даже сделать ничего не успел, а? Ну что это я нажимал? Ну, о, господи, лучше бы я не заходил в этот угол, а? Я, может, сейчас вам покажу снетиком, но это серьезно, это неинтересно, это скучно и раздражающе больше, чем интересно. А что еще делать? Я больше не знаю, что делать. Так, я побежал отсюда. По крайней мере, нет урона. Уже плюс. Нахер. Дебил. Господи, сколько раз надо уронить на пол, чтобы он скончался, а? Это самая тупая битва с боссом в истории, наверное. Как это на прототипках проходить? Эта битва длится больше 15 минут. У меня патроны кончаются в дробовике. И кого ты пытался ударить сейчас? Вот просто скажи мне. Я даже его не видел, и то увернулся. Ну отлично, ты сейчас вообще даже ударить не даешь. Так, я, по-моему, зря дробовик юзаю. Он его, похоже, не бьет совсем. О, господи ты, боже мой! Пошел отсюда, пошел отсюда, пошел отсюда. Охереть. Один патрон в дробовике, потрясающе. Это настолько потрясающе, насколько может быть потрясающим вступление в МММ, серьезно. Да я ничего даже сделать не могу. Ладно, сейчас гранаты пойдут в бой. Отлично. Ну, в смысле, ему отлично. В мякиш ему стреляй! Видимо, чем больше стреляешь, тем меньше он урона наносит, если что. По-моему. Я так, по крайней мере, заметил. Бедный Паркер. Он даже на колено теперь не падает. Он сдох? Неужели? О боже мой, знаете, сама идея-то неплохая, но время, которое нужно на него уделить, это просто, вот действительно, это омерзительно. Это неинтересно, это... Просто раздражающе и выматывающе. Это повторение одних и тех же действий. Я не знаю, кто там говорил то, что эта игра берет лучше от Resident Evil 1, 2, 3. Нет! Если вы не играли первые три части, не верьте этому! Такого не было в первых трех частях. Мне за что нравится Resident Evil? Все быстро, если что, все в меру сложно, все в меру понятно. Есть челлендж какой-то. Ну вот таких боссов нет. Таких боссов не было, и таких боссов я терпеть не могу. Это как в Monster Hunter играть, ёпарь СТ. Невозможно.
Я ничего не имею против челленджа, но против нормального челленджа, чтобы... Чтобы, блин, в меру было, босс. Я понимаю, если бы он бил, допустим, сильнее, но и его можно было бы убить быстрее. То есть, допустим, он убивал бы меня с двух ударов, там, допустим. Так он там и так, по-моему, с двух ударов убивает. Но слишком долго его мочить надо. Здесь перебрали разработчики. Это даже на домашней консоли слишком долго, ну, битва слишком долго длится, а на портативках уж слишком совсем. We got a lot more than we bargained for on this ship. Yeah. We've been fighting for our lives this whole time. I hope we can catch our breaths after checking in with HQ. Ух ты. Как цель далеко? Цель уже здесь. Чего вы мне врете? I'll check the antenna's wiring. О боже. Еще эти пазлы. Самая интересная часть геймплея. Такс. Я уже вижу разгадку, наверное. Так, надо верхнюю перевести наверх, да. Таким образом, все. Все просто. Получился кристальчик такой. Что-то похоже на кристалл. Это необходимо. Есть что? Господи, перевод. Штаб, ты читал? Не, штаб. Не, я штаб, я не читал. Вот отсюда я знаю. Вот отсюда. Потому что я сам вас подставил. Иначе я тебя задавлю своим акцентом. Кавказским. Директор О'Брайен, мы получили emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European Security Force. Go on. Yes, sir. Apparently, Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Already in motion, are we? А чё Европа сразу? Забирать эту серую землю к себе в Америку. Мне нам она не нужна. Или в Японию свою поганую. Somebody's found a Queen Zenobia. Не, ну... Я предвещал это за 2 минуты до... То, что он подставил всех. Паркер! HQ! What's going on? All hell's about to break loose. The solar energy matrix has activated. Dreaming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. Satellites that destroyed Terra Grigia. Are right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss, get us out of here. Sorry. But I can't authorize that. Потому что я неожиданно стал злым! Да! Ну, всем насрать. Серьезно, всем насрать. Конец эпизода, эпизод 6. Кошки-мышки, конец, без звука. Ух ты, неожиданно, неожиданно две смерти, неожиданно. Ну что, у меня будет асса сегодня? Асса! Асса! Та-дра-та-та-ра-та-ра-та-дра-та-та! Не знаю, зачем я это заорал, извините меня, пожалуйста, извините, не хотел. Очень, очень не хотел. Игра успешно сохранена, ребят, успешно.